Привет, на связи Маша, солистка Бомбея, и это 20 фактов обо мне. Имею диплом логиста, но ни дня не работала по профессии. Я была участником «Минуты славы», «Новой волны», полуфиналистом X-Factor, и больше никогда не предлагайте мне этого делать. О, а это мой муж Рома, он барабанщик у нас в группе, поэтому 24 часа в сутки мы проводим вместе. Наша свадьба была в Музее современного искусства. Несмотря на то, что наша работа — это постоянные разъезды, мы с Ромой очень любим путешествовать. Раз в год по традиции мы отправляемся в горы на отдых, ездим на концерты любимых групп, а после шоу «Рамштайн» я осознала всю свою творческую ничтожность и не разговаривала ни с кем 2 дня. В детстве выбила передний зуб о палубу танкера, и теперь у меня голливудская улыбка. Постоянно желаю делать руками что-то новое, но при этом слово «делать» — это глагол незавершенного действия. Каждый мой день рождения — это тематическая вечеринка с костюмами, да простят меня друзья. Наш любимый напиток — пиво. Зачем ты учила испанский? Да, мой рост 150 сантиметров, и что? Обожаем стейки и вкусно пожрать. Работаю в коллективе исключительно мужском, поэтому могу крепко и доходчиво изъясниться. Не понимаю людей с одной прической на всю жизнь, а вместо ребенка мы завели кота. Он умеет выполнять команды. Открыта ко всему новому, имею непреодолимое желание выпендриваться. И давайте еще раз. Меня зовут Маша. Я не Марина.